Заезд состоится в любую погоду. Сегодня утром, несмотря на проливной дождь, у входа на территорию санатория «Малахит» появилась палатка «Санпропускник». Более 60 детей по расписанию заезжают в санаторий, чтобы отдохнуть и поправить свое здоровье. Среди первых Наталья Бабикова и ее пятеро детей. Мы приехали в первый раз. Пятеро детей у нас. Мы приехали из Кукуштана. Вообще в первый раз дети куда-то поехали. Я их просто маленькие были, боялась куда-то отправлять. Ну, думаю, немножко отдохну, потому что они нынче все устали дома сидеть. В течение 24 дней в Малахите отдыхать и лечиться будут не только дети Кунгура и Кунгурского района, но и из Перми, Березняков и других территорий Прикамья. В эти дни заканчивается третья смена в детских загородных лагерях Кунгура. Расставание с родными в условиях карантина выдержали не все. Единственное, что и дети, и родители вдруг неожиданно поняли, что они на 21 день отошли друг от дружки, в разных местах находятся, и очень все скучали. И часто очень получалось так, что дети просто не выдерживали такой нагрузки и уезжали уже посреди смены. Заезд на четвертую смену в загородные лагеря города состоится уже на этой неделе. Около 300 мальчишек и девчонок находятся на обсервации.